подписан. Теперь ты часть футбольного клуба «Динамо» Махачкала. И скажи, что для тебя это значит? Ну, в первую очередь для меня это вызов. Новые впечатления, эмоции, новый коллектив, новые победы. Что знаешь о махачкалинском «Динамо» и представляешь ли ты, в какой футбол играет команда? Ну, смотрел пару матчей, видеообзоров. В принципе, понимаю, как играют ребята. Этот футбол мне по душе, и уже поскорее жду, когда выйду на поле. Фамилия Лисакович уже известная в российском футболе и главным образом благодаря твоему старшему брату Виталию. Принимая решение о переходе в «Динамо», ты обсуждал с ним это? Ну, не только с Виталием, а со всей семьей и с агентом. С кем-то из «Динамовцев» уже удалось тебе познакомиться? Нет, еще не довелось ни с кем познакомиться. В ближайшее время отправляюсь на сборы и там познакомлюсь. В команде «Динамо» теперь ты играешь под 71-м номером. Расскажи, пожалуйста, возможно, есть какая-то история, связанная с этим числом? Как таковой истории нет. Приехал в гостиницу, обдумал, номер 7, значит, как семья, и число 1 – это как я. Новый коллектив, новая страна и новый чемпионат, и точно есть повод для волнения. Очень много факторов, к которым нужно адаптироваться. Скажи, пожалуйста, чего ты ждешь от нового этапа в карьере? Хочу принести пользу команде. Время покажет, насколько у меня это получится.